Сказка о том, как Аист организовал школу. Аист и его ученики. Задумал ученый Аист лесную школу открыть. Решено, сделано. Собрал он малышат на первый урок. Уселись они за парты и смотрят на строгого учителя. Написал Аист на доске мелом слово – а теперь, говорит он, давайте это коротенькое слово по складам читать. Повторяйте за мной. Ма-ма. Молчат малыши, как будто в рот воды набрали. Подошел Эст к ягненку. Ну-ка, скажи ты. Как не старался ягненок. У него только ме-ме и вышло. Подошел тогда аист к серенькому козленку, а у того и вовсе бе -бе 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 получилось. Поправил аист очки на клюве сердито и говорит перепуганному щенку. Теперь ты попробуй. Открыл щенок пасть Хаф-хаф, нахмурился учитель. «Э -э -э, да, ты вообще не можешь, не бе, ни ме. Дошла очередь до цыпленка. Цыпленок пискнул Пипи, а вороби прочирикал Чик-чирик, а промычал. а гусенок прошипел кака-ка, а котенок промырлыкал. А поросенок провизжал. Почесал ученый из затылок, подумал немного и поставил всем зверюшкам отличные отметки потому что все они Правильно сказали слово ⁇ мама ⁇ но только каждый сказал на своем языке. Кто дослушал, молодец. До скорого.